Дистанционное обучение детей. Проект Дистантиум. План реализации проекта на базе образовательной организации. Куратор проекта. Т.Л. Ковалерчик. Команда проекта. Юлия Кондратова. Георгий Кастанди. Анастасия Мельникова. Определение. Дистанционное обучение, да, образовательный процесс, осуществляемый на расстоянии посредством информационных технологий и содержащий следующие компоненты. Цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения. Проблема. Необходимость выполнения на уровне образовательной организации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года номер 1642. Цель. Охват до не менее 5% учащихся данного образовательного учреждения в течение планового периода одного года. Задачи. Составление программ ДА. Подготовка квалифицированных педагогических кадров в области ДА. Создание материально-технической базы ДА. Возможные риски. Недостаточное финансирование. Слабая мотивированность педагогических кадров на реализацию программ ДА. Способы минимизации рисков. Осуществление программ предоставления платных услуг. Участие в конкурсах на получение грантов. Направление руководителя образовательной организации на курсы по программе. Менеджмент в образовании. Создание сообществ и клубов ДА. Результаты. Не менее 5% учащихся данного образовательного учреждения охвачены ДА. Подготовлены педагогические кадры, обладающие компетенциями, необходимыми для ДА. Наличие материально-технической базы ДА. Оценивание результатов. Оценка статистических данных, содержащих сведения о доле учащихся охваченных ДА в данной образовательной организации. Включение в документы по аттестации педагогических кадров пункта по проверке наличия компетенций, необходимых для ДА. Составление документации для проверки финансово-экономических и технических параметров материально-технической базы ДА. Спасибо за внимание.